открывается ринг юных хендлеров. Юный хендлер – это не только умеющий просто на поводочку провести свою собаку, а смотрится, насколько взаимопонимание между собакой и ребенком, насколько они друзья и насколько собака подчиняется ребенку. Потому что собака, она в иерархии в семье всегда хочет найти выжившую нишу. И когда ребенок справляется с собакой, это значит, что иерархия выстроена правильно. Эксперт международного класса Белогечева Людмила. Thank you.